Учащихся многопрофильного колледжа познакомили с историей создания и развития городской полиции. В Муравленко прошла акция «Студенческий десант». Студенты посетили музейную комнату отделения МВД. Им рассказали о деятельности правоохранительных органов и истории создания отдела полиции, о работе ее подразделений, а также о вооружении, стоящем на службе у полицейских. Ребята пообщались с сотрудниками и руководством отдела, которым задали все интересующие вопросы и получили исчерпывающие ответы об условиях прохождения службы в полиции.